Хаюшки и друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам, как сделать портал в рай в Майнкрафте Pocket Edition. Ну что ж, сейчас я нахожусь в своем домике, и сегодня я покажу вам, как сделать портал в рай. Но для этого вам придется сделать вот такой зеленый обсидиан. Да, он и вправду похож на обычный обсидиан, но на самом деле это вот такой маленький зеленоватый обсидиан. После чего построить портал, такой же портал, как и портал в ад. Выглядит он вот так. Вы можете сделать его и широким, но лучше делать его вот таким. После чего сделать вот такую зажигалку и тапнуть ей по нашему порталу, после чего появится огромный синий портал в рай. Вот так он выглядит. И что ж, надеюсь, все готовы путешествовать в рай. Ну, а мы отправляемся в рай, друзья. Что ж, вот у нас генерировался рай, вот так он выглядит. Синее небо, солнце, облака и также новые деревья. Но трава, к сожалению, не изменилась, но изменились деревья. Вот такая листва, вот такие деревья. Но самое редкое дерево у нас вот такое. Это золотое дерево, если его срубить, то из него падают слитки, друзья. Потому или даже бывает по два слитка выпадает. Также есть зеленые тыквы. Есть они, друзья, и такие, то есть у них нет лица, но они опасны, они реактивные. Есть также золотые грибы, выглядят они вот так. И, друзья, есть и такая ромашка. Здесь по земле много чего есть, есть пещеры, есть всякие другие цветы. Также есть и другие блоки, которые вы можете добыть, в том числе и новые руды, друзья. Вот так он выглядит примерно. Я докажу, что это и вправду работающий портал. Сейчас мы вернемся обратно в наш особняк. Вот мы вернулись, здесь горит огонь, и вы видите, что у нас все реально работает. Ну, если хотите полную инструкцию этого портала, давайте наберем 200 лайков, после чего я выпущу видео. Друзья, ну на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.